Спросим, где она? Какой-то песок тут привезли зачем-то. Куча. О, баба! Да, песок привезли. Пойдем. Маме звоним. Лёх, сейчас насыпешь сандалии с песка. Пойдем. Алло. Ты где? Смену сдаю. Мы идем тебя встречать. А где? Во дворе. Дома? Да. Ну ладно. Я через старый мост пойду. А мы не знаю. Наверное, по главной пойдем. Ну, хоть через новый пойду. Давай через новый. Ладно. Он, Леха не пойдет через старый. Ладно. Давай. Пойдем, Лех. Давай. А? Пойдем сначала. Маму встретим. Иди сюда. Клади. Ты довел? Будем писать. Еще вам, папа. Да. Давай. Давай, пойдем. Цветочек. Цветочек? Какой цветочек? Бери бегаёл-то. Какой цветочек? Пойдем. Что он говорит-то? А бегаёл-то кто будет брать? Леха, мы не в него пойдем. Ведь в него пойдем? Это его спрячем, да? В кустах. Тогда нельзя. А нет? Как бы деять? Мы, наверное, да, пойдем на беговели. Пойдем в другой магазин. Пойди в карман. Нет, карман потерять. Вон у тебя карман. Идем там. Пойдем. Я хочу взять стомотор. Да не будем здесь всегда. Да я не буду брать. Есть нет. Нет у него, да? Пойдем в другой магазин. Пойдем в другой магазин. Не надо. Идем на пожарную машину. Потом в магазин, Лёх, понял? Я вообще тушить пожар. Давай. Подожди, пока еще не зашли. Не зашли? Пока еще долго идем. Сейчас школа. Пойдем. Пойдем сейчас. Вот пожарная машина. А вот другие машины нету. Я буду одной пожарной машиной вот там нажимать кнопки. Машина подлежит далеко. Ну пойдем. Ты можешь со мной пить кофе? Нет. Нет? Мы с тобой заиграть спаем. Давай мы на гости не будем играть. Вот куда мы играем? Спаем, па. Спаем. Ой, там все занято, Леха. Пойдем накачивать тогда. Да? А качели посмотрим, па? Посмотрим. С мамой зато позвоним. 8 дней. Я знаю еще. А водно? Да. Ну ты где идешь? Вот сейчас на мост захожу. А мы на качелях. На каких? Возле Ярче. А, ну ладно. Давай. Поставил? Открывать не будешь? Не, смотри, кто? Смотри, папа.
Ну, я там к окну. На. А я еще перезаливаю классный. На. Классно, там вкусный, да? Погрели с Лехой булочек в микроволновке в магазине. У них там есть. Давай с вами-то ли? Нет, давай не будем. Да вот кто или где? Дома. Мы будем играть. Давай дом, пойдем от дом пойдем. И пойдем в дом, да? Подожди, пока же еще. Пока еще потянем, но баба еще молоко. Баба уже домой пришла. Давай сюда. Мама у Леха подождем. Пойдем в дом, да? Нет. Сейчас мама должна прийти к нам. Смотри, там у того вон все вон. Ага. Все мы работаем. Лёх, считаем до пяти и мама придет. Раз, два, три, четыре, пять. Видишь, мама пришла сразу. Хорошо. Как дела, Лёша? Садик был? Был садик сегодня? У меня уже нет. А? Да нет. Мам, а мы где зваем? Вот такой. Там с этого расплачивалась сезона. С этого зваем, а то даю. Я вывел с Яндекса там. Я возил. Слышишь? Подожди, сама бьет. Ага. Магазин. Пойдем тоже. Нет. Давай ты чисто говорю тебе. Давай, последний раз качаемся и идем. До пяти. Раз. Два. Мама, мы будем мой бат сваем. А вот там что-то есть. Дома надо играть. Сейчас пойдем. Мама, ты дома гладь. Сейчас пойдем. Поняли, как здесь собаки? Угу. Они на какали, папа. Пойдем. Смотри, они там прям на какали. Да. А нет. Бакакали вот, они там, мы видели. Смотри, собачки. Да, здесь идут. Да, еще идут. Они идут, но все равно идут. Ага, пойдем. Стой, говорю. Там все переключено. Стой, сейчас заберу домой. Нет. Значит, ой, спокойно. Ой, ой. Кто там идет? Небо, небо. Кто? Там еще дыло, баба. Кто? Еще дыло, возьму. Еще дыло. Па. Да, да, да. Па. Анастасия там, да? Нет, Анастасия говорила. Как ее отчество? Анастасия Андреевна говорила. Андреевна. Да? Да. Значит, он там идет с мальчиком. Угу. Другой сядет. Пойдем там за магазинами. Пойдем искать лед. Вот там кусты. Вот эти кусты поспят. Вот. Наверное, там, мам.
Поизломаю вот она ее. Давай. Залежу туда твою. Вот найду. Вот там не уйти. Не найти. Не покажу. Ну где он? Вот он. Нашел? На, вот он. Вижу там. Вот. Доставай. Мама. Поехали теперь. Садись. Вот. Поехали. Подумай. Да, поехали в дом. Я буду еще играть с вами, бабе. Покажусь вам, что я могу играть и не пить Масю, бабе. Угу. До свечки, мама. Мы будем играть с вами, бабе. Да, с вами. Можно играть? Как у ребенка съест. Пахнет, блин. Па, не надо, па. Сейчас мы его очистим. Прыгунчик, Леха-то. Прыгунчик, ба. А это зачем? Я не пойду. Одевайся, Лех, пойдем. Нет. Пока ты поставил пошли на лед? 71%. А, ну не знаю. Я не пойду, папа. Немножко погуляем, Лёх, маму проводим сейчас. Игрушки разобрала. Там огромный еще пакет торт поставила. Вот эти все запихнули, здесь валяются. Да, я уже. Иди, Лёх, одевай ботинки. Пойдем. Давай, бумажку. Давай, я хочу выйти из машины взять. Не, Лех, пойдем без машины, ладно? Ой, не свалил. Пойдем, одевай, Лех, ботинки. Давай, пойдем. Посмотрим и пойдем, а то уже опаздываем. Мама уже на кассу сейчас пойдет. Пойдем спускаться, Лёх. Не надо, куда спешить? Давай, давай. Не спеши. Покажешь. Пойдем в красно-белый магазин. Самолет, да? Ага. Сзади, кажется, или спереди? Алло, ну ты где? Я еще на работе. А, не скоро еще? Не, наверное, вовремя. Уже почти 8. А я еще, блядь, дело делаю. Ну ладно. Вот, так что чуть попозже. Ага. Приходите, ждите. Мне даже кормить нельзя, еще пока приготовлю.
Ну давай. Там что, вообще есть ничего? Рыба есть. Ну, может, вы там пожрете или что? Ну, может быть, постараемся. Ну давай тогда. Ну давай, созвонимся. Ага. Папа. Наконец-таки я этого блогера увидел. Я хочу бабу. Блогера, который сейчас на колесе поехал. Его встречать. Бабу встречать хочешь? Да. Встречать. А баба Лёха не скоро пойдет домой. Будет встречать. Но она, Лёха, еще работает. Мы, конечно, можем с тобой прогуляться, но время уже, Лёха, много. Пойдем уже домой. Ладно? Не хочу. Не Баба хочу. Еще не скоро лег пойдет. Не хочу. Пойдем уж в Амазон, папа там посылку получит. Не надо. Папа там большая посылка. Не, я не хочу. Большая ворона. Большая ворона? Вот, да. О, давай. Слезать? А, я так ловить буду. Лови. Ох, не поймал ты ее, Лех. Нет, я его не мою. Подожди, сидя на зелье. Пойдем сейчас, Лех, в позон зайдем. Только на негатив спрячем, а то мне будет не утащить все. Не хочу, я хочу домой, Вась, сидеть. Я буду дома сидеть. Пойдем в позон. Там посылка там пришла большая. Пойдем. Штаны сразу снимай тоже. Вот такой вот радиатор. 12800 стоит. Никакого тебе этого! Лузар фирма называется. Я! Надеюсь, он не потечет. Вообще я не хочу этого взять! Ну-ка хватит, Лёх, все так вести. Так, 2024-04-06. Недавно сделано. Ну, посмотрим, как он себя будет вести. Он у нас двухконтурный. Вот. Когда будем его устанавливать, я не знаю пока. Немного он, конечно, вот здесь местами покоцан. Вот тут, допустим. А в целом, вроде как нормально все с ним. Я все боялся, что вот этот засок, он будет отломан. Бывает такое, но он нормальный. Смотри, вот тут мантелар. Их давать ему, да? Ну, на кухню, около ножей? Да. Да. А еще вопрос, вот эти вот сосиски-то в тесте еще оставались? Хорошо. Че говоришь? Сосиски в тесте еще оставались? Ну, все съел. Съел? Да. Чем его кормить-то нечем? Суп есть. Суп он не будет. Пюре, блядь, как она, рыба. И рыбу не хочет. Пельмени. Хочет эти сосиски. Ну, а где их возьму, нету. Он только их теперь и ест, кстати. Пельмени, Лёх, будешь пельмени? Ты подсадил его на сосиски, он теперь их только и ест. Нет? А что будешь есть? А? Лёх? Что будешь есть-то? Подождите, у меня конфетку. Конфеток нету. Подождите у него. Коричневого? Нету коричневых конфеток. Ну, я его хочу подождать. Мама всё съела уже, да, мама? Нет. Да, мама? Ага. Видишь, Лёх, всё съела мама. Пельмешки будешь? Да. Да, давай тогда, мама, пока. До
Потом еще можем предложить эти яйца. Эти мелкие, которые. Ну, не будет он яйца. Пельмени, да, будешь, Лех? Леха? Да. Ну все, давай тогда. Угу, давай. Договорились с Лехой. Сегодня мы будем ставить стекло на планшет на Лехин. На старый. И будем его продавать. Заказ собран с видеофиксацией. О, как? Потом сегодня мы будем ставить радиатор на машину. Пойдем, пойдем. Вот такой новый. А где эти петельки все? Что? Ну это все, по части. И сегодня расскажем еще, что мы будем делать с отоплением. С отоплением у нас дома. Так вот, мы купили тут запчасти. Всякие краны и так далее. На кухне будем переделывать. Вот попозже расскажу. Вот он планшет Лехин старый. Здесь вот трещина, но он работает. Сейчас мы это стекло снимаем. Устанавливаем новое. И продаем его. Потому что если у него новое сломается, он уже в этот особый игрок, я думаю, не будет. Ему уже надо современные игры, а он их не тянет. В какие он играет. Так, стекло стоило 600 рублей. Но заказалось оно за бесплатно. Так как у нас был сертификат Озона. Нам его дали за оформление карты МТС банка. Не торопись, пока я буду его устанавливать. Вот такое вот стекло сенсор. Вот сейчас будем ставить. Это уже, наверное, стекло четвертое на этот планшет. Они, когда покупаешь их, они очень хрупкие. Любое падение сразу все трескается. Ой, проблема его, конечно. Раскрыть этот планшет. Вообще никак. Надо-то немножко тут всего лишь-то. Стекло мы сняли, тут уже вот весь дисплей в крошках. Потому что туда все попадало. Сейчас мы его спиртовыми салфетками умоем и будем приклеивать новое стекло. Так, теперь берем новое стекло. Там главное, закрасили Samsung надпись. Китайцы. Так, тебе нужно отклеить вот эту вот часть липкую. Так. И приложить стекло просто-напросто. Это, кстати, стекло лучше подошло, чем все остальные. Они обычно то больше, но в основном шире они были. Это вроде как нормально подходит. Прям утапливается.
туда. Теперь мы этот сенсор подключаем вот сюда вот шлейф. Включаем наш планшет. Вот это, по-моему, кнопка. Еще я на этом планшете, не знаю, что-то это менял разъем. Вот этот целиком платом тоже весь был уже сломанный. Сейчас попробуем посмотреть, работает, не работает. И будем вклеивать феном, разогревать его стекло, чтобы клей был мягкий. И потом чем-то надавим на него, чтобы он вот, допустим, вот тут не приклеился. Так, вот наше новое стекло. Вроде как все работает. Все двигается. Кнопки нажимаются. Значит, сейчас будем его вклеивать с помощью фена. Вот стоило мне только его закрыть, я его так сложно открывал, как все начинается. Ничего не работает. Где-то оно, в общем, нажимается, это стекло. Я так думаю. Из-за этого вот такая проблема теперь. Ничего не работает. Вот, нажимается, где попало. Может, конечно, это от спирта, то, что там еще остался. Как-то, может, соприкасается. Вот здесь есть следы. Пока полежит, высохнет. Так, теперь цитирую комментарий. Придурки тупорылые, купите современный радиатор. Так, мы вызывали сантехника. Что нам можно вот с этим сделать? Потому что батарея у нас греется только вот эти вот две части. Остальные вот эти вот не греются. Он пришел, удивился, сказал, почему у вас такая большая гармошка. У вас должно быть всего три секции. А у нас получается дом старый, и отопление в нем реализовано однотрубное. Вот. Поэтому вот по этой трубе идет вверх, проходит дом весь, и уже наша квартира последняя. Вот по этой идет обратно в котельную. Вот эта вот труба, она, повышка, сама по себе уже еле теплая. Она, ну, может быть, теплее моего тела совсем немного. Поэтому если мы сюда сейчас купим новый радиатор, который стоит секция одна, 1500, сколько там, я знаю, 6 штук или 5, то ничего не изменится. Потому что вот здесь, уже вот здесь, на входе, вода еле теплая. Если будет здесь стоять новый радиатор, то она никак горячее не станет. Поэтому такие комментарии здесь, ну, я не знаю, это что тут еще можно сказать. Вот. Приходил сантехник и сказал нам, что лучше всего будет сделать, взять вот этот вот вход трубы, из нее направить воду сначала не к соседям, а к нам, чтобы у нас прогревалась вот эта вот батарея. То есть мы теперь будем не последние на контуре, а самые первые. Теперь у нас будет уже потеплее. Вот. То есть мы, получается, вот отсюда вот. Где-то отсюда. То есть мы, получается, вот отсюда ведем вот сюда. Здесь она вот так идет, эта вода. И она идет дальше вот сюда, вот уже к соседям. А это уже просто будет обратка вот так вот вниз соединяться вот с этой вот. И все. Потому что отопление рассчитано, чтобы было тепло везде, по одной трубе. Но люди ставят горячий пол там делают, балкон отапливает, поэтому до нас уже тепло это не доходит. Если мы здесь поставим
современный радиатор, то толку от него не будет. Он будет также еле-еле нагреваться. Придет сантехник с управляющей компании, он нам, получается, отрежет раз, два, три, четыре, четыре секции вот эти вот, сместит ее влево, эту батарею, вот, и переделывает подключение. Вот. И теперь у кого-то теплый пол не будет работать, зато у нас на кухне стены будут гневыние хотя бы. Вот. Вот что мы хотим сделать. Купили сегодня. Сегодня по списку от этого, от сантехника, то, что он нам велел. Вот, крепление металла зачем-то. Я не знаю, что он с ним будет делать. Это все вышло на 2000 почти. Вот такие краны для регулировки отопления. Если хотим похолоднее, сделаем похолоднее. Если хотим погречее, погречее. Вот, пробки всякие, соединители. Новые крепления для батареи. Всякие штуки. Вот. Соединители опять. И так далее. И сейчас писали, что у вас просто-напросто забилась батарея. Это не исключено, но такая же батарея у нас стоит в Лёкиной комнате. И она полностью греется. Вон там он, 4 секции. Такие же батареи стоят у нас здесь. То есть они не забитые. Вот это вот полностью горячая. Целиком. И вот это вот тоже целиком горячая. А на кухне мы последние. Поэтому на кухне вот как-то вот холодно постоянно. Все в ине и в сырости здесь. Вот. Вот это вот все из-за батареи. Вот. Будем переделывать. Работа стоит 4000 рублей, сказал сантехник. Еще неизвестно, кто здесь сделал вместо 3, поставил 12. Там такой напор, он рассчитан, чтобы вода нагревала именно 3. Там, поэтому вот эти он уже априори нагревать никак не будет, потому что давление маленькое, и туда просто вода не пойдет. Еще плюс к тому, она еще холодная. Вот. Из-за этих всех теплых полов, обогревов балконов и так далее. Вот. Вот такие у нас планы. Хочешь что-то? Вода тут в машине, тут где не открывается. А. Я вот соплю. Так, откручиваем. Я упаду-ка. Не-не. Если не дергаешь машину? Не, не дергаю. Да вот просто машину ставить на место, потом я там сотрю, па. Ага. Просто сотрю, где двигатель. А вот там стоит, вот поставит двигатель. Вот он, видишь, старый радиатор здесь стоит. Да, надо убрать. Надо убрать. Надо его, да, снимать, сейчас будет. Да, надо потрусь снять. Я еще не знаю, как он снимается, видишь здесь? Он, наверное, как-то где-то... Тут где-то много здесь всяких гаек, видишь, Лех? Тут гаек много. Что-то и... мне вообще как-то... А, это другой. Ма, там моего человека гайки не отключить это машине. Мы там сводим. Ма, все-таки я увидел траву, вот. Наверное, вот. Вот там пусть отрежет штуку, и отрежет там. Тем на синий мы смотрим. Папина. Посмотрим. Пусть посмотрим это. Если он подвигает у меня машину, ма. И все. Большая, ма. Па. А кулика на его, там большие колесика. И снимаем по квашке. Вот там что-то грязь в машине, па. Угу. Надо что-то придумать, па. Вот па. И тут болтики, па, вот, па. Эти пока не надо. Вот там что-то. Блин, не надо. Не знаю. Вот он,
гигатин. Нет, сосов нет совсем. Сосов. Папа! Папа, вот там еще клуб, вон, па. Па, мы смотрим клуб, па, от Игоря. Вот Игорь его работает вот, вот здесь. Клубы, а потом еще только... Я не знаю, как он там, может, снизу где-то еще крепится. Просто, может, там лезть под низ. Как он там фиксируется? Только не снимай. Потом вот сотрет все на машине. На, надо придумать что. Подвигать. Тут не надо, па. Па. А? Тут пока не надо, па. Тут пока не надо. Па, тут я не буду, па. Потом руки туда плаваете, па. Ну и тут на сотрет двигатель. Вот двигатель там бывает. Па. Вот там еще валил, па. Вот. Вон туда вошла еще. Па. А вот здесь что-то такое. Ну тут мокло, па, сотрет. Угу. Ну-ка то еще там. Па, так тут туда закинем, па. Кого? Вот, па. Так тут застрял двигатель, па. Попал и вот туда какой-то кинул. Прям кто-то кинул в эту, в капот. Туда. Па, там в капот кто-то кинул, па, вот. Безъеду. Кто-то мы... Это баба ходила здесь. Баба кинула? Да, вот, сюда, па, вот. Значит, она кинула сюда, па. И двигатель завалился, па. Быть. А вот-то что, тёт? Па. Это еще двигатель, па. Потому что он работает, посягает сюда. И вот затеп такой. Да, он так уже стоит, минут пять. Па, я тоже хочу помогать. Ну, видишь, ты смотришь, помогаешь, подсказываешь мне, да? Ма, помоги ты чего? Вот дать какую-то... Чего, ключ помоги? Это трётку, ма. Трётку? Это ключ. Можно взять? Ключ. Подавать? Да, ключ дай, только мой... Нет, ну нет. Тебе подать? Да. Марине. Я хочу работать папе, помогать в машине там. Па, вот, па, сейчас. Да, да, молодец. Ну не снимайте, па. Сейчас, подожди. Только не мешай, ма. Не мешай. Вот здесь есть синюю. Ба, вон еще юг, смотри, ба, вон. Вон, и туди. Да. Снизу, значит, там. Мама, мы там чиним машину, вот. Снизу, там. Да, парень, помогаю ремонтировать машине. Молодец, молодец. Вот, а там молодец. Еще двигатель взялся оттуда в машине. Молодец, молодец.
Там двигатель большой. Папа ремонтирует, да? Да. Молодец. Вот, вот там еще двигатель, вот там большой. Ага, ремонтирую. Вот там еще и девятый большой. О, ну как ты разбираешься, это хорошо. Вот, вот там, где девятый большой. И там нам починить. Смотри, что там. Я папе сейчас починю машину, вот. Папа, там большой девятый. Ну хотя бы снять сегодня. Папа. А? Большой эмулятор там есть, да? Нет, не открыли, его не надо. Это по уже настало время их откручивать. Ничего, ничего не берете, не рвете. Сейчас пойду. Сейчас таки там еще эти яты, большой двигатель. Сейчас пойду. Сейчас вот здесь дочиним. Па, вот там еще двигатель, гнемся, па. Так, ну, пока возьми, я сейчас сниму. Да. Еще вот эти дасти клещи. Папа, потом я стану, папа. Машину буду тянить. Папа, папа, слышишь? Да. Давай, тяни, папа, пока тяни, папа. Что-то пока тут не пойму. А, кто это что такое? Не надо, сейчас говори, чапа. Сказать не надо. Вась, отгися, вот. Не, не этот. Лех, разобьешь сейчас. Не эти, а вон там. Погоди, это что-то пока не соображу, что это за трубки такие. Да. Сейчас, подожди, Настя. Ой, сейчас тяню. Это что на трубке? Поток не гуди, папа, потом глючит тебя. Театр, что ли? Мама, тут будет это, папа, на машине будет. Я не купал, я просто тяню там. Дай пока потяню там. Да, я вот тяни машины, папа. А, это не тот радиатор, сейчас смотри. Тут девятый. Тут тот. Тоже девятый. Да, да я тоже бабки кучу, ба. Сейчас. Радиаторов целая куча, оказывается. Это первый, это второй, вот, вот это третий. Как-то потяните, помоги. Потяню сейчас. Мам, там двигатель. Что могу? Потяните, а то я отклёткой. Давай. Закрутить в болтике. Отклёткой не подойдёт. Там не застанет. Отклёткой понесу и заключу в машину. Она опять высыпать раз.
Почему он опять выскочилась? Вот там вся. Вот, листа. Она не ломается, смотри. Фары. Да. Смотри, как могу. Сейчас. Вот там. Сейчас. Сейчас ты посмотрю там. А я белый папа отгоню. А я тебя буду отгонять. Все, пока есть. Оп, бери, бери. Па. В общем, там гайка есть снизу. Крепление радиатора, она его, с той стороны надевать. Надеть ключами на нее, чтобы она домой заключила. Потому что просто. Вот я ее откручиваю, папа. Она прокручивается там. Смотри, малыш. Надо там оп, держать оп, чем-то. Смотри, фонарь крутилась. Да? Па, фонарь. Ага. Малыш, ага. Малыш. На синий щит, я тебя жду. Прямо эту машину. Там немножко мимо льется. Поправишь там? Ну блин, я только. Что там делаешь? Мылась папа? Сегодня уже. Папа. Сыпачку еще. А папа ему поймет вообще. Смотри, что он делает, бабуль. Я такие бабуль. А что там делаешь? Не, надо руку помыть. Налип в грязь, это старая. Да, он не охлаждается. Да, и грязи здесь было. Здесь не охлаждается. Вот там где-то вот. В этом месте вот. Сбоку отсюда. Откуда-то. Уйди, мегаманка. Зиська-то. Похожи они хоть вообще-то. Зилатка. Они разные какие-то. Похоже хоть они. Они шире вот. Нет, шире не должен быть. По креплениям немножко. Вроде то же самое. Еще один окно. Здорово. Болты сломали, кстати, все-таки. Слышишь? Вот то, что не давал открутить. Помаса. Бабочки. На, Лёх, бабочка тебе. Это вроде чистый радиатор кондиционера. Ну, сегодня все. Да. Ставить буду завтра. Я тоже думаю.